Вот есть центрифуга, которая помогает разделять жидкие неоднородные среды, поэтому включается сначала вращение барабана, сюда подается жидкость, она попадает через вот эти окна внутрь барабана, начинает раскручиваться, и после того, как происходит осаждение частиц на стенках барабана, получается подрывная штука, и вот там уже загружается, все их примеси падают туда вниз. А очищенная вода с этой стороны вытекает с помощью импеллера. И можно регулировать уровень распределения фаз. Либо сюда, либо сюда. И таким образом можно очищать самые разнообразные жидкости. Можно соки, можно пиво. Снег тоже ускоряется, да. И можно менять разную скорость, или побыстрее, или помедленнее. Под каждый процесс можно настроить индивидуальный.